Все, семья Варениченко с меню приехала в South Carolina на трассе 501. Мы находимся в 50 милях от Myrtle Beach. Еще раз снимем нашего водителя, нашу маму и нашего главного пассажира, который проснулся. Скажи «Хай, папа!» Скажи «Хай, папа!» Да, что там такое? Папа снимал тебя? Все, мы уже съехали с 95-ки, попали на хайвей 501, байпас, и едем в сторону Myrtle Beach. Вот сейчас вы можете даже на сайне увидеть. Myrtle Beach, Myrtle Beach. Уменьшается, уменьшается. А наша мамочка летит, летит. Еще не знаю, много. Еще едем. Еще 32 мили только до. Еще миль 540, миль 40 с чем-то. Миль 40 с чем-то еще ехать, нормально. Ну да. Больше не будет таких пробок. Да, если не будет таких пробок и не будет таких аварий, как было минут 20 назад, что мы стояли минут 40, ждали, пока South Carolina EMS разберется с аварией. Так что честно скажем вам всем, кто будет смотреть видео, что South Carolina немножко победнее живет, чем North Carolina. Но тоже красиво, тоже нам нравится. Чем-то напоминает Рашку нашу, Украину там и так далее. Единственное, что дороги, конечно, хорошие. Да, как у нас, можно абрикосы купить на станции, персики, да, джанкой, абрикосы, ведро, сколько, бабушка, 10 гривен, так и тут вот. Все, поля, леса, леса, поля, хорошая трасса. Да, погода, конечно, здесь жаркая. Так, солнышко припекает сегодня. Ну ничего, я думаю, возле океана будет классно, свежее. Будем загорать, купаться, получать море удовольствия. Так что через час будем в Myrtle Beach. Сейчас еще раз покажем вам маме, маму, покажем сынулю, скажи баба хай, деда хай, все хай, я в порядке, я выспался. Да, слышу, мама, что тебе? Если ты хочешь, если где-то увидишь, то давай остановимся. Да, можем остановиться на пару минут, чтобы немножко, может, этого малого в порядок привести. Как бы с ночи не останавливались, да? Да-да-да. Ладно, все, будем с вами прощаться. Мы вас всех любим, целуем. Будем наслаждаться, а вы нам не завидуете. У нас все клево, а вы работаете.